Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам об уходе за сеттер Гордоном. Сеттер Гордон или шотландский сеттер – умный и преданный питомец, который идеально подходит для активных людей. Представители породы привлекают внимание не только отличными внутренними качествами, но и великолепным внешним видом. Шотландские сеттеры – обладатели спортивного телосложения и великолепной шерсти. Однако, прежде чем заводить представителя породы, необходимо ознакомиться с нюансами его содержания. Уход за шотландским сеттером специфичен и подойдет не всем. Давайте рассмотрим его особенности подробнее. Шотландские сеттеры плохо подходят для содержания в квартире. Эти собаки отличаются свободолюбивым и независимым характером. Им необходимо большое личное пространство. Жизнь в загородном доме для сеттера идеальна. Во время прогулок за пределами территории участка необходимо помнить о важности поводка для сеттера Гордона. У представителей породы сильно развит охотничий инстинкт. Гулять на улице шотландский сеттер должен не меньше 2 часов в день. Для сеттер Гордонов крайне важны социализация и воспитание с самого детства. Представители породы отличаются упрямством, поэтому важно, чтобы в хозяине они с раннего возраста видели безоговорочного лидера. При дрессировке шотландского сеттера нужно проявлять настойчивость, однако кричать на собаку нельзя. Сеттер Гордоны крайне чувствительны. Шотландские сеттеры – обладатели красивой шерсти. Чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии и не допускать образования колтунов, необходимо расчесывать собаку 3-4 раза в неделю специальной щеткой. Во время линьки лучше делать это каждый день. Также важно раз в 1-2 месяца водить собаку на триминг и груминг. Мыть питомца рекомендуется по мере загрязнения. Несмотря на то, что шотландские сеттеры не предрасположены к ожирению, следить за питанием собак данной породы нужно очень внимательно. Неправильное питание прежде всего отражается на шерсти шотландского сеттера. Она перестает блестеть и теряет мягкость. Чтобы этого не произошло, важно, чтобы питание представителя породы было сбалансированным и содержало все необходимые собаке витамины и минералы. Сеттер Гордона отличается крепким здоровьем и имеет среднюю продолжительность жизни в 10-13 лет. Однако у представителей породы есть генетические предрасположенности к некоторым заболеваниям, которые необходимо учитывать. Это прогрессирующая атрофия сетчатки и отит, которые могут развиваться у шотландских сеттеров из-за особого строения глаз и ушей. При уходе за сеттер Гордоном важно следить за состоянием глаз и ушей животного и при необходимости чистить их. Если вы хотите стать обладателем сеттер Гордона, обратите внимание на перечисленные особенности его содержания. Учитывая их, вы сможете создать для своего будущего питомца идеальные условия жизни, а значит и стать самым лучшим хозяином на свете для него. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!